trying to see if I'm a player in this game, my shoes. You trying to see if I'm a player in this game, my shoes. You trying to see if I'm a player. 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 You trying to see if I'm a player in this game, my shoes. Это вечеринка Listen to Detroit, техно, форма, music bar. Мы собрались и решили здесь сделать седьмую по счету вечеринку. Что такое Listen to Detroit? Ну это техно, в чистом виде. И по-другому никак, никакой попсы. На этой вечеринке собираются самые интересные творческие люди Хабаровска. И больше таких вечеринок нигде нет. Listen to Detroit — это движ, это underground. И в первую очередь это же атмосфера, конечно же. Наша площадка специально подходит для техно-вечеринок, потому что у нас есть все для этого. Свет, звук, приятная атмосфера. Неприятная атмосфера, конечно же. Bitch, see I got more tapes, so I'm going up, my level on up a slip. So bitch, when you say my name, got more drunk, don't wanna look my way. Let it мы решили сделать такой сюрприз нашим постоянным слушателям. Это привоз из Москвы, Дали. Я музыкант, любитель электронной музыки, коллекционер ее. Вообще человек, преданный этому делу. Чувак из Москвы, играет на крутых тусовках, играет в родни, играет в армии. Играет с винилом, кстати, у него очень большая коллекция винилов. Я привез с собой пластинки виниловые, вот, буду играть техно, все, что мы любим. Он играет очень крутой саунд, реально техно. И мне очень приятно, что у вас в городе проводятся подобные мероприятия такого андеграундного формата. Мне кажется, за этой музыкой все-таки будущее. Как ты думаешь, как сегодня все пройдет? Так, как я захочу, наверное. Всем привет, это Дали, город Москва. Сегодня приехал порадовать вас хорошей музыкой на вечеринке Listen to Detroit вместе под названием Forma Music Bar. Смотрите Nightlife Хабаров. Peace. Listen to Detroit, Forma Music Bar. Forma Music Bar, Listen to Detroit.